2015 года мы начинаем с выставочного павильона Крокус Экспо. Крокус Экспо — это огромный выставочный павильон, состоящий из нескольких огромный выставочный центр, состоящий из нескольких павильонов общей площадью около 700 тысяч квадратных метров. 31 марта по 3 апреля здесь проходит выставка под названием «Батимат». «Батимат» — это строительная выставка. Здесь можно видеть какие-то экспозиции строительных материалов, лакокрасочных покрытий, наверное, да, элементов декора. И отдельный уголочек занимает выставка замков и дверей, если не ошибаюсь, вот в этом павильоне. Вот туда мы и попробуем сейчас дойти. We'll be right back.